Сегодня 12 сентября, суббота, 11 часов. И как мы объявляли ранее с шаманом на канале Шаман ТВ в Фейсбуке, мы ведем прямую трансляцию с одного из базаров города Бишкек, где мы хотим опросить людей, за кого они точно не будут голосовать 4 октября. Меньше 20 дней осталось до выборов, и я думаю, что такой Vox Populi будет полезен для того, чтобы какой-то хотя бы срез узнать об этом. Ну, пройдемте. Отличная сегодня погода, хорошая погода. Людей, может быть, опросим сейчас? А можно будет вопрос задать, если вы не возражаете? Вы же знаете, что выборы будут 4 октября. Ну, тогда можно без комментариев. Хорошо. Люди не хотят про выборы говорят. Салам старба, хандай стар. Нет, не хотите? Ну, пойдемте. Люди пока не хотят на камеру говорить. Ну, мы еще пройдем. Салам старба, гай, хандай стар. Сурабер солова? Чопербеспе. Анчарай. Здравствуйте. Можно будет вопрос задать, если вы не возражаете? Мы с телевидения. Вот насчет 4 октября. Выборы же будут? Вы пойдете на эти выборы? Пойду. А за кого вы не будете голосовать точно? Не знаю. Из этих партий? За всех. То есть против всех вы будете? Не буду голосовать я. Не будете. За какую партию из 16, которая участвует в выборах, вы точно не проголосуете? Не знаю. Пока не решили? Читала, но пока не решила. За что я буду голосовать, я знаю. А что... За кого вот не есть, которая нелюбимая партия, за которую вы бы точно не проголосовали? Нет такой? Нет такой. Хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Где? Вон тот сзади. А, вот. Салам алейкум, хандай стар. Суровер сөйлө. Сода кандай болот? Төртүнчү октябрда шайлоо болот эмес пе? Ошондо 16 партия катышып атат. Алардын ичинден кайсы партияга эч убакта силер добуш бербейт элеңер? Барына эле бербейм. Против всех. Бирок шайлоого барасыз, э? Барам обязательно. Рахмат. Против всех человек не будет голосовать. Так, пройдемся дальше. Человек кушает, мы не будем отвлекать, наверное. Здравствуйте. Можно будет задать вопрос вам? Вот 4 октября будут выборы, можно сюда посмотреть? Ой, вы знаете, я никому не доверяю. Вы все пойдете на выборы? Все продажные, и даже на выборы не хочу идти. Ну, вы не пойдете на выборы, да? Человек вообще не пойдет на выборы, потому что никому не доверяет. Пройдемте дальше. Салам старбите, андай стар. Сода гандай болот? Чашлеу? Тарпаш керек, э? Макул. Жүрүңүздөр. Здравствуйте. Как торговля идет? Можно вопрос задать? Нет? А, хорошо. Нет, сейчас мы пойдем. Где? Спрашивайте, здравствуйте. Здравствуйте, можно будет вопрос задать вам? Вот 4 октября, вы же знаете, что выборы будут? Да. Вы пойдете на эти выборы? Да. А вы, вот, мы не будем спрашивать, за кого вы проголосуете, я хочу спросить, за кого, за какую партию вы бы точно не проголосовали? Честно? Она вам не интересна, как бы... Честно, ни за какую. Ни за какую? А вообще. То есть вы против всех проголосуете? Да. Но вы пойдете на выборы? Да, пойду. И вы хотите там галочку? Да. Спасибо. Так. Мы же халяльные, не будем так. Так, сейчас. Салам алейкум. Атарпаль. Кимба может? Салам алейкум. Тош, эмес, суро версоло. Руксат берсеңер. 4 октябрда шайлоо болот эмес пе? Барасыз ба шайлоого? Худай каласа барабыз, шайлоого. Барайын деген ниетиңер бар, э? Туурабы? Пландар бар. Пландар бар. Эми билесиңер да кайсы партиялар катышып атканын ошол жерге. Биз кимге добуш берериңерди сурабайбыз, ошол шайлоо участкасына барсаңа кайсы партияга деп такыр добуш бербейт элеңер да? Мындай жек көргөн партияны айт. Бербейт элем. Биримдик партиясына. Биримдик партиясына. Эмне үчүн? Мен мага жакпайт. Мурунку эскер келип атат. Ошол эле мурунку. Мурунку СДПкадагылар биримдик менен
Мекеним Кыргызстан. Кирип алышты баары келип. Ошол эки партия. Өңүн өзгөртүп эле партиядан өттү да эми баягы СДПКдагылар. Эскилер эле келип атат. Ошон үчүн мен бербейм. Просто аты өзгөрдү. Эскилер жаман беле. Результат болбоду го. Көрдүк го. Эми жаңылар келсин, жаңыларды көрөлү. Жаңыларга добуш берип турбайсыңар. Так, очень. Так. Салам алейкум. Кандайсыздар? Добуш берсоло? Суроо берсоло? Төртүнчү октябрда шайлоо болот эмеспи? Ошол шайлоого барасызбы? Барабыз, ооба. Добуш берейин деген ниетиң бар. Биз кайсы партияга добуш берет деп сурабайбыз, кайсы партия таптакыр добуш бербейт дегендер да силер. Добуш бербейт элемби? Эч убакта, эч качан. Жок, мен баарын жамандабайм, мен өзүмүн эми оюм бар. Бүтүн Кыргызстанга берем деген. Жок, силер ошол биз агитация кылбайбыз кайсы партияга. Ошого андан тышкары кайсы партияга силер таптакыр добуш бербейт элеңер? Ошону айтып кетсеңер. Так, жок, менин андай оюм жок. Баары эле жакшы. Здравствуйте, девушка. Как у вас дела? Можно вас задать вопрос? Нет? Вы пойдете на выборы, нет? А? Да, пойду, конечно. За какую партию вы точно не проголосуете? Можете сказать? За какую? Да, за... Точно не проголосуете, потому что она вам как бы не нравится. За Кыргызстан, наверное. Вы бы не проголосовали? Нет. Ни за что? Нет. А почему? Ну, потому что, думаю, они же уже как бы... Были? Были. И результата нету, поэтому не проголосую. Ни за что. Ну, были же и другие партии. А почему именно вы Кыргызстан считаете, что из-за нее нельзя? Ну, это мое мнение. Ни за что. Спасибо, спасибо, спасибо. Конечно, можно уважать это мнение. Я, кстати, напомню о том, что мы ведем... Так, мы ведем подсчет голосов, потом по итогам промежуточным мы еще сделаем, кто... За что проголосуют? Пойдемте еще. Здесь уже больше людей. Будет вещевой, а дальше будет уже рынок такой. Нет, пока я думаю, что рано. Здравствуйте. А можно будет вопросы позадавать? Нет. Нет? Хорошо. Ну, люди выходной, поэтому достаточно много людей, которые пришли сюда для того, чтобы... Саламатсыз ба, аке? Кандайсыздар? Суроо берсоло? Эмне боюнча? Шайлоо боюнча. 4 октябрда шайлоо болот эмеспи? Ошол кайсы партияга катышып атканын билесиз да. Биз азыр кайсы партияга добуш бересиңер деп сурабайбыз. Кайсы партияга таптакыр добуш бербейт элеңер? Эч качан. Ой, основной... Кайсы партияга бербейт элеңер деп, да? Башындагы партияларды билем, а калгандар как-то этот эме болуп калды да. Ошондуктан. Бирок шайлоо участкасына барасыз. Обязательно. Шайлоо это. Аны тандадыңызбы өзүңүзгө жаккан партия? Ну, тандап атам негизи. А кайсы партияга добуш берериңерди чечкен билбейсиз? Чече элек. Так, торговля идет. Здесь уже вперемешку и вещевой, и такой рынок. Давай, пройдемте дальше. Саламатсыздар, эже. Кандайсыздар? Суроо берсоло? Уруксат берсеңер. А он же 18-ке чыкты эле? Чыкап элек. Сен катышасыңбы шайлоого? Шайлоого катышып барасыңбы 4 октябрда? Кайсылы? 4 октябрда. Гражданство российский катышпайт. Катышпай. Рахмат. Здравствуйте. Как у вас торговля проходит? Нормально? Не будете отвечать? Хорошо. Многие за прилавком не хотят отвечать. Видимо, не очень настроены. Да, Булат? Саламатсыздарбы, жеке. Кандайсыздар? Соода кандай болот? Жакшы эле. Суроо берсоло? Бербей эле коюңчу. Не надо бояться. Сейчас турбочку положи хорошо, сейчас отрежу скорость. Давай. Саламатсызбы, агай. Кандайсыздар? Жакшыбы? Суроо берсоло?
А, пожалуйста. Төртінші октябрьда шайлау рас па? Дош бергенге. Дош бергенге, естественно. Сіз ен білесіз да? Қайсы партиялар қатысып жатқан, тұрау? Жоқ, қабар монша жоқ. Мен политикой не интересуюсь. Ну, на голосовать пойду? Ну, а голосовать пойду, конечно. Вы за... определились, за кого голосовать? Можно не называть. Ну, нет, конечно. Ну, выберу кого-нибудь, буду голосовать. А есть та партия, за которую вы точно не проголосуете? То есть, которую вы как бы не хотите, чтобы она была в парламенте? Нет, пока сейчас кандидатов никаких нет, и я не определился еще. Хорошо, вот, спасибо. Ага, спасибо большое. А? Здравствуйте. Торговля идет. Можно вопрос, да, задать? Сейчас. Хорошо. Ну, здесь людей побольше будут, и здесь уже такое. А мы постепенно переходим в овощную лавку. Добрый день, можно будет вопросы позадавать? Да? Вы 4 октября собираетесь участвовать? Нет. Не пойдете, да? Нет. Не интересуетесь выборами? Абсолютно, потому что это бесполезно. Вы думаете, что ничего не поменяется, да? Как мы жили, так и будем жить. Ничего не меняется в нашей жизни. Каждый на выживание сам себе предоставлен. Однозначно. И все. Хорошо. Президент наш о нас не беспокоится. Все, что мы можем сказать. Поэтому я в это не верю. Спасибо. Салам алейкум, қандай стар? Сұра берсе оло? Я, ағайлы. Неге сұра берген? 4 октябрьда шайлау болады емес пе? Барасыңар ба шайлау участок? Барамыз. Кімге дауыс берерінізді сұраймын? Қайсы партияға таптақыр ешқашан дауыс бермейтініңіз? Мен барын толық білмеймін. А кім қатысарын білесіз бе? Қайсы партия қатысып отыр? Жоқ, толық білмеймін. Рахмет. Ну, какие итоги у нас сейчас пока? Ну, у нас пока вот лидирует неопределившиеся и против всех. А в остальном Биримдик один голос против, Мекиним Кыргызстан один голос и Кыргызстан один голос. Больше всех те, кто еще не определился, да? Да, и против всех. Ну, эта девушка нам помогает, по совместительству она моя супруга. Мы вам не помешаем, если вопросы позадавай. Позададим. Вы давайте одного, потом нет. Другого. Хорошо. Здесь уже такой рынок овощной. Все очень свежо и хорошо. Малина 230 сомов 1 килограмм, лимон 1 килограмм 150 сомов. Сауз, папа, қандай стар, жақшы ба? Сұрау берсе ол ұрсат берсе. Шайлау жүрінді. Жоқ. Барасы ба шайлауға? Мақыл. Жүріңіз, пойдемте, пойдем. Так, наверное, отсюда. Мы можем вот так пройти, дальше так пройти, пойдемте. Если там будет выход. Здравствуйте, можно вопросы задать вам? Нет? Люди не очень сегодня настроены говорить. С чем это связано было? Я думаю, что есть опасения от... Ну, я не знаю, может быть, существует какое-то давление и недавление. Салас пағай, сұра берсе ол ұрсат рұқсат берсеңер. Я. Шайлы участкасына барасыз ба? Төртінші октябрь. Барған барыш керек, конечно, потому что барбасаң твои голоса используют. Вы так думаете, да? Я так думаю, да. Мен білесіз қайсы партиялар қатысып жатқан. Ошылардың ішінен қайсыға дауыс берерінізді сұрайсыз. Бұл өзіңіздің шешіміңіз. А қайсы партияға таптақыр дауыс бермейтініңіз? Такой, который вы бы не хотели видеть в следующем парламенте. Давайте я свое мнение оставлю при себе. То есть вы не хотите это говорить, да? Ну, мнение у меня есть свое, но... Өзім барғанда, өзімдің авторушкам... Жоқ, мен деп отам, қайсы партияға дауыс бермейтініңіз деп отам, да? Вы же в любом случае там против не проголосуете за партию. А вот какую бы партию вы бы не хотели видеть в парламенте? Я тоже не могу сказать. Не хотите. Ну, есть мнение, что, конечно, есть партии, которые бы не хотелось бы видеть. А вы можете хотя бы одну? Нет, не могу сказать. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Айк.
человек не хочет, конечно, может, нужно уважать его мнение и позицию по этому поводу. Так, пойдемте дальше. Ну, людей мы так пугаем, конечно. Некоторые не готовы отвечать. Но я думаю, что это нормальная вещь, да, Булат? Это вполне нормальная вещь. Тем более сейчас я вот, в принципе, не вижу какой-то политической агитации. Сегодня Катя Румканова правильно сказала, что партии, где вы? Где вы? Мы не видим ваших программ, мы не видим кандидатов. Мы не видим то, что они собираются делать. Вот нигде, это большой пробел. И понятно, что люди еще не определились, они даже не слышали, не видели. Только как бы какие-то в городе висят многочисленные билборды. В общем-то, состязание фотографий, на мой взгляд. Саус пагай, кандай стар, сода кандай лотат. Чашлев? Он вот, это так. Баслай тайфтан, Баткендембе? Баткендеке. Баткендеке, Джашида, Трау? Ағай, 4 октябрьда шайлауларын білесіз бе? Барасыз ба участокқа дауыс беруге? Эми сізден сұрайбыз, қайсы партия дауыс берер еді? Қайсы партия дауыс бербейді дегендер ешқашан? Қайсы парламент партияны көрбейді дегендер де, эмки парламент? Анысын білмеймін, мен пока азырынша 7-4 телі партияда. Жоқ, ошолардың ішінен қайсы партияны қалабайды дегендер сіздер ошо парламент? Аны айта албаймын. Хорошо, рахмат. Бірдей бар еді. Мақұл. Содаңыз жақсы өтсін. Рахмат. Человек на свой продает. Баткенский говорит, самый лучший. Баткенский самый лучший, это все знают. Так. Какой красивый, аккуратный рынок. Не будем говорить где, хотя, наверное, все уже поняли. Саус пагай. Суровер солуу. 4 октябрьда шайлоо болот эмес пе? Барасыз ба шайлоо участкасына? Барам. Эми кайсы партия берерлерди добуш бергенин сурабайбыз. Өзүңүз чечимиңиз. Кайсы партияны каалабайт элеңер парламентке? Эч качан өзүңөрдүн добушуңарды бербейт элеңер? Жок, мен ушу бардык партияда жанагы акчалуулар бар. Мен аларга бербейт элеңер? Бербейм. Кайсы партиялар ошол акчалуу? Мен акча макчасын билбейм. Мен бир партияны алганбыз, ошого салабыз. Жок, эми кайсы партия акчалуу партия деп атпайсыз ба? Ошонун аталышын айтып. Эми өзүңөр билесиңер, маалымат боюнча бардык эле акчалуулар бар да, бардык эле партияда акчалуулар бар. Сиз өзүңүз барасыз да шайлоого? Сиз эмес. Супруги. Анан кийин кайсы партияны каалабайт элеңер парламентке? Эми эч качан добуш бербейт элеңер. Чындыгын айтканда против всех мы бы, потому что для показухи у них есть молодежь. Анан эмелери акчалуулар бар. Эми ошон үчүн мен ойлойм, даже ачык билинбейт азыр кандай партия кандай экенин билбейбиз. Вы против всех? Нет, у нас есть одна партия, которая более менее его ошол лидерди билебиз да биз, жакшы адам экен. Ал акчалуу партия эмес, э? Ну, акчалуулар акчасы жоктур, алар акчасы жок. Рахмат. Мы людям заодно торговлю идет. Саламас ба, агай. Кандай суроо берсе болобу? Я. Можно, да, вопрос задать? 4 октябрьда шайлоо болот эмес пе? Барасызбы? Эми шайлоого билбейм. Ойлонуп көрөбүз го. Азыр эми көп ишенбей эле калдык. Эми ишенбей жатпайсызбы? Ошол партиялардын ичинен кайсы партияга таптакыр добуш бербейт эле? Эч кандай партия бар? Эми бардык эле бербей турган эле болуп калдык азыр, ишенбей эле калдык эми. Дагы ага чейин ойлонуп көрөбүз го. Эмнеге ишенбөөчүлүк ошондой? Мына көрүп эле атабыз да, канча жылдан бери эч бир элге бир эме пайдасы тийген жок. Баары эле өзүнүн өзгөрүү жок, өзүлөрү үчүн эле иштеп атат да. Просто креслого кызыккандар эле барып атат да. Мисалы үчүн эч жардам көргөн жокпуз. Бейби чараларга деле жардам жок. Мына биз өзүбүздү өзүбүз багып атабыз. Мисалы үчүн базарда кеч эртең менен келебиз, кечке ушу топурак, картошка, пияз менен аралашып балдарыбызды окутуп атабыз, иштетип атабыз. Ошо ошондо баарына каршы добуш берет элеңер? Бардыгы эле каршымын пока. Дагы тертине чейин ойлонуп көрөбүз го. Рахмат. Соодаңыз жакшы өтсүн. Рахмат. Здравствуйте. Нет? Здравствуйте. Можно вопросы позадавать? На выборы вы пойдете? Конечно, пойду. Мы что, мы здесь живем, пойдем. Ну,
Я не буду спрашивать, за какую партию вы проголосуете, потому что это ваш секрет, да, это ваше право. А за какую партию вы бы ни за что не проголосовали? Вы можете сказать? Моя логика, я прожил свою жизнь, почти прожил, но еще доживаю. У нас такая информация о людях, что я ни о ком не знаю, а проголосую, за которую сейчас наш президент, у него партия есть, вот я по логике за него буду голосовать. Хорошо. Спасибо большое. Человек, похоже, всегда голосовал за ту партию, за которую президент. Так, пройдем. В эфире нас смотрят 112 человек сейчас. И, ну, многие как бы рекомендуют нам маски одеть. Вот, многие, да, как бы говорят, что против всех. Вот, пожалуйста, как бы, ребят, делитесь нашей трансляцией. Мы пока только начинаем раскачиваться. Люди, конечно, не определились. Многие люди, может быть, из-за боязни, из-за давления, не говорят откровенно. У меня вот такое мнение. Что... В основном такое равнодушное отношение к выборам. Знают, что выборы пройдут, но... Можно вопрос задать? Здравствуйте. Да, пожалуйста. А как торговля ваша? Торговля ничего, потихоньку зарабатываем. Что делать, столько дома сидели. 4 октября выборы будут, знаете же. Да. А вы пойдете на выборы? Обязательно пойду. Я не буду спрашивать, за какую партию вы да. проголосовали. Я хочу спросить, за какую вы мне проголосовали. Ну, не знаю. У меня ни к одной партии, если честно вам сказать, нету доверия. Я вот честный человек, я могу честно сказать. Ну, там же выбор есть, 16 партий. Неужели ко всем нет доверия? Ко всем нет доверия. Честная пионерская, я вам скажу, ко всем нет доверия. Такого человека нету, за которого я сейчас голосовала, который бы нам жизнь чуть-чуть хотя бы изменил. Не только своему. Нам очень тяжело жить. У нас в Киргизии высшая республика. У нас все можно. Мы бы жили как короли, как швейцарцы. Если был у нас руководитель нормальный хотя бы. Может, молодых бы поставили, они по другому пути бы пошли. Вот такого человека, как я, себя не хвалю, но я говорю вам честно. У нас бы мир совсем другой был. У нас ведь республика красота. Люди, не переживайте, вот это все пройдет, будет все нормально. Не паникуйте, пожалуйста, я вас очень умоляю. Ходите все в масках, пожалуйста. Детей берегите, взрослых, себя тоже берегите. Старайтесь ходить в масках, себя берегите, пожалуйста. Я полностью с вами согласен. Вот насчет выбора. Все-таки вы, если пойдете на избирательный участок, вы тогда против всех проголосуете? Да. Вот так вы решили уже? Я решила, уже давно решила. Спасибо. Да. Чуть микрофон на себя. Я потому что брать не могу. Брать не могу, я вам честно говорю. Спасибо. Спасибо. Вы, нет, тут нет неправильных или правильных ответов. У каждого своя позиция по этому поводу. Нет, давайте пройдем дальше. Берез пе интервью. Кандай сагай? Шайло олот. Шайло олот. Барас па шайло олот? Шайло олот обязательно барам да. Эми, кайсы партияны таптакыр парламентке өтүшүн каалабайт элең? Өтүшүнү каалаган партиям. Жек көргөн партия десең болот. Тек айттын партиясы да. Каалабайт элең? Эмне үчүн? Эки президентти жок кылды Текебаев. Кыргызстанды отургузуп койду. Өзү көрбөйсүңбү мына? Мен ойлойт элем дагы Акаевди алып келсе Кыргызстан оңолуп кететти. Акаевди көрөт беле президент катары. Ошондой илимпоз адамдар керек да. Азыр андай эмеспи? Азыр андай өтө эл үчүн күйгөн партиялар аз. Бирок эме Текебаев өзү катышкан жок да, партиясы катышат. Катышы туура, ал өзүнүн эрки. Энди мен ойлойт элем, мен ушу жаштардан чыккан партияларды колдойм деп ойлоп турам. Жаштардан. Рахмат. 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 Раз. Идет нормально? Да, да. Чуть-чуть там где-то контакт. Ну, люди в овощной рынке, они более откровенны, чем вещевой. Видите? Вот, потому что они соприкасаются с природой. Да, да. А вещевом там больше меркантилизм. Мне очень понравились откровенные ответы.
И люди, в принципе, как бы не верят ни одной партии. Ну да, наверное, на самом деле, как, я согласен. Так, пойдем еще. Салспы, Чонгас, Дошперс, Строверсоло. Джопа. Кандай стар, Яшо, Сода Ганелот, Яшле. Строверсоло. Ушончу, татту киши жок деп деле айта алам мен. Айтпайсың, туру өзүң эмеңди айтпайсың. Жок эле, айта албайм. Камап салмак болот. Өзгөрдөн башка эч нерсе болбойт. Саламатсыңарбы, эжекелер, кандайсыздар? Суроо берсе болобу? Иә. Болобу. Жесиз бересизби? Сууданыз кандай болот? Жакшы эле? Ошондо азыр 100 сомдон дейт. 1 килограмм. Шайлоого барасызбы? Барам, буюрса барам. Неге барбайм? Барам. Кимге берериңерди айтпайлык. Айтпайлыгын сор болот. Ошол кайсы партияны таптакыр көргөңөр келбейт да мындай. Итиркеге келтирген партия барбы мындай? Мен антип деле аябай айта албайм, бирок эми ушунча аракет кылып келгенге жараша элге бир кызмат кылып берсе деп ойлойм ошолор. Ишеним барбы ошол партияга? Ишенбейм деле чындап айтсам. Бир да партияга. Я аябай ишенбейм 100%. Бирөө да кызмат кылбайт, жөн эле өздөрүн курсак үчүн келет. Рахмат. Что, пройдемте еще? По рядам. Добрый день. Как ваша торговля проходит? Можно вопросы позадавать? Насчет выборов, легкий вопрос. Пойдете на выборы? Есть доверие к выборам, как к партии? А вы не местная? А вы местная? Вы местная? Можно? Я местная, да. Вы пойдете на выборы? Не пойдет. Ничего страшного же. Ну ладно, хорошо. Смотрите, тут это специи. Классные специи. Сейчас торговля идет, пускай. Торговля буйная, хорошо идет. Добрый день. Можно вам вопрос? Да, нельзя. Хорошо. Здравствуйте. А вам можно вопрос задать? Да. 4 октября выборы будут. Пойдете на выборы? Не пойдете? Занят. Люди заняты, не хотят. Пожалуйста, конечно. Билет, сэр, какая партия хатшот? Кайсы партияны таптакыр көргөңөр келбейт да парламентке? Билеш керек, өзүбүз билебиз болду. Добуш бергендерди сураган жок. Кайсы партияны добуш бербейт? За кого бы не проголосовали, не зашло? Биз жалгыз бир партия өзүбүз тандаган. Ошого гана галочка коебуз болду. Калганын билбейбиз. Калганын билбейсиз керек. Тоже ответ? Что, не считается? У них есть четкое понимание, за кого они будут голосовать, а остальными они вообще не интересуются. Там, кто голосует, вообще никакого состязательности. Так, мы пройдемся по этому ряду вниз. Здравствуйте. Здравствуйте. Как торговля ваша проходит? Можно? Не хотят. Здравствуйте. Салам спечеке. Кандай стар, жакшы? Сода кандай болот, жакшы эле? Болот, Кудай башкы. 4 октябрда шайлоо болот эмеспи? Барасызбы шайлоого? Ооба. Эми кайсы партияны таптакыр көргөңөр келбейт да? Мындай жек көргөн, итирге келтирген партия. Эми биринчиден бизден ошо Кыргызстан өтө жалко да. Ушундай сонун мамлекет, ушундай жер, ушундай кооз. Анан ушул мамлекетти талкалагандан башка эчтеке кыла элек, кийин болсо дагы. Ошол талкалаганын ичинде ошол партиялар бар дейсизби азыр катышып? Обязательно. Ушулар да баардык эле ошо. Башка. Эми башка жактан келип эч ким талкалаган жок бизди, только өзүбүз. Бирок болуш керек да.
Обязательно, куда я сегодня? Кандайды бы партия варбы? Асыл асайлы. Билбедым. А ошол... Программалар нугай анан көрөбүз. Эми ошол партиялар ичинен таптакыр үмүт өчкөн партия барбы? Таптакыр ишенбей турган. Эми баланча деп официально айта албайм да. Өтө өкүнүчтүүсү биздин Кыргызстандын ушундай акыбалга келгени да. Биз анчи азыр биздин балдарыбыз Россияда жүрөт, неберелерибиз эми Европага кетебиз дейт да, бизде ким калат? Биз мамлекетибиз эмне болот? Ошондо бул жоопкерчилик ошол катышып жаткан партияларда да деп эсептейсиз. Обязательно. Эң биринчи ошолордо. Эң биринчи мына канча жылдан бери шайлап эле келе атпайбызбы? Бардыгына бардык, бардыгына катып үмүт кылдык. Анан үмүтүбүз акталбай эле келе атат. Анан ушул чакырык деле акталып калат деп ойлойбузбу? Жок. Наоборот, жылдан жылга хуже. Ошол үмүт жок болгондон кийин анан эмнеге шайлоого барып атасыз дейм да? Эми мен милдетим. Барып жок дейинби, бар дейинби, ал менин милдетим. Анан ичине киргенде көрөбүз. Будут задавать вопросы прохожим, потому что, говорят, торговцы работают и навряд ли будут откровенно отвечать. Ну, прохожие не все готовы отвечать, вот мы можем спросить. Салам алейкум. Суроверса Шаман ТВ деген телевидение. Биз түз эфирде өткөрөбүз. Ай, чыгат, чыгат. Сиз 4 октябрга шайлоо барасызбы? Мен шайлаган эсимди шайлаган эмесмин да. Анан эч кимде шайлагым келбейт эт азыр. Ишеним жокпу? Ишеним бар эми. Ар бир адам укугу шайлоого катышып керек. Шайлоого барбайсызбы? Шайлоого барам, ойлоносуз да кимге саласыз да. Таптакыр ошол парламентке өтөйүн деген мындай. Парламентке өткөндө азыркы им депутаттарыма ырчы болот. Ырчыдан эмне болот мисалы? Айыл чарбаны билген агроном, зоотехник кандай мындайлар эмес керек да. Айыл чарбанын агрономдору билгенде биздин экономика кантип өнөт? Азыр барсаң ырчылардын баары топтолуп атат. А бизлерде ырчы эмнеге бар? Мен да ырдап берем ал эмеге турабы? Тамада ырчылар да бар да. Рахмат, рахмат. Ну, я считаю сейчас, что вот на самом деле, как бы все партии, они в пролете, все партии, без исключения, потому что, как бы, люди, ну, собственно говоря, вы видите, да, апатия – это самое страшное и безверие, а у большинства из них, вот, ну, просто, как бы, отсутствие надежд, конечно, жалко. Ну, мы ко входу к этому рынку подойдем, и, наверное, там и завершим эфир, по ходу мы будем спрашивать еще людей. Да, Булат все правильно говорит. Апатия, равнодушие и вообще люди не могут, может быть, и хотят участвовать в выборах. Как? Можно? Я бы не сказал, что это равнодушие, это просто неверие того, что что-то изменится. Стране, вот да? Настроение людей, наверное, как бы оно такое. Какое-то средство. Ну, я вот сейчас посмотрел, да, я считаю так. Вы тоже можете писать в наших комментариях об этом, делиться нашей трансляцией. Хорошо, пройдемте ко входу. Саламатсыздарбы, жеке. Кандай сиздер? Доош, кандай болот сода, жакшы эле? Жакшы эле, тартпаңыз. Тартпайбызбы? Аа, жарайт. Ну, молодые, да, мы спросим, но они, как правило, еще больше равнодушны. Мол, у меня ли? Это инжир, да? Ошский инжир, да? Очень редкое растение. Тарпайлы. А шайлы ойынша до сұра версал ова? Первесе. Два дня. Ошский, да? Класс. Здравствуйте. Можно будет вопрос задать вам? Вот 4 октября будут выборы. Так. Парламент. Вы пойдете, будете голосовать? Да, будем, наверное. Но я не буду спрашивать, за какую партию. Вот за какую партию вы бы ни за что не стали голосовать? Есть такая? Которую вы Нет, я даже знаю, буду за что. Киргизстан. Нет, не будете голосовать. Буду. Не будете голосовать. За Нет, какую партию вы бы не хотели видеть в следующем парламенте? Ну, я еще точно не знаю, я не смотрел. То есть вы не смотрели? Я еще не определился, да. А вообще, ну, Киргизстан, партия Киргизстан. Хорошо, но мы не агитируем такого. Хотя, наверное, представители партии Кыргызстана, они обрадовались. Хотя до этого двое было против категорически. Да. Ну, в целом, люди идут на контакт, я бы сказал, 50 на 50. На Ошском рынке, когда мы проводили опрос, они более открытые люди. Здесь в микрорайонах все-таки
такое? Я думаю, что Орский — это как бы такое очень политизированное место. В следующий раз нам надо туда поехать, да, и там позвонить. Я предлагаю не называть вообще. Где мы? Как бы место, да, ну, для того, чтобы для чистоты вообще, вот, да, наших экспериментов, да? Да, вдруг какая-нибудь партия там нагонит кучу своих сторонников в вагон. Зачем? Вот то, что люди говорят, вы видите, и вы видите, что мы проводим вполне как бы честные и, ну, независимые такие опросы. Пожалуйста, делитесь нашей трансляцией. Вот ваше мнение, то, что вы делитесь, то, что вы смотрите, вот это вот и есть наш профит. Вот это и есть все, что мы хотим. Смотрите, я хочу посоветоваться. Сейчас 35 минут прошло с начала эфира. Давайте мы некий срез сейчас узнаем и потом, наверное, завершим на сегодня сегодняшнюю трансляцию. И какой сегодня результат? У нас, с учетом того, что мы не берем в расчет неопределившихся. Да их сколько? Вообще их 3 из всего общества. И лидирует, конечно, против всех 5 голосов. Один против Атамекена, один против Беремдика, один против Мекеним Кыргызстан и один против Кыргызстана. Ну, это далеко не репрезентативный подход, но наше наблюдение внешнее на базарах показало о том, что в целом люди знают о том, что выборы пройдут 4 октября. Они во многом хотят пойти и исполнить свое конституционное право. Однако у большинства людей такое, я бы сказал, разочарованное отношение ко всем партиям. Можно я добавлю? Можно я добавлю? Я сейчас стою за камерой. Теперь как бы мы хотим послушать обратную связь. Вы пишите нам свои комментарии. Если вы захотите, то, возможно, мы, да, как бы будем думать, будем что-то совершенствовать, может быть, чуть-чуть видоизменим опрос. И как бы будем учитывать ваши пожелания. Вот тут все зависит от вашей активности. Если вы хотите, то мы, конечно, как бы продолжим. Ну и географию, наверное, расширим, да, не только в городе Бишкек, который не полностью отражает настроение людей, но и в регионах, какие там настроения. Я думаю, что там еще более политизированные люди, чем даже в Бишкеке. Ну а я вообще хочу сказать, что действительно, как бы, вот результаты по мне, так, собственно говоря, все партии в пролете, все партии. Как опять же писала Катя Урумканова, партии, где вы? Ну выходите, ну объясняйте свою программу. Народ просто в отчаянии, он вам не верит, и многие не пойдут голосовать. Не за одну партию. Не за одну партию. Мы заканчиваем эфир. До скорых встреч.